Всем бобра, с вами капитан Немов. Вот все спрашивают меня показать инструментарий. Ну давайте я попробую это сделать. Ручной инструмент, что у меня тут есть. В общем-то, ножовками я пользуюсь вот такими вот. Tactics называется, продается она везде. Эту ножовку я покупал обычно в самом на Митинском радиорынке. Ну, такие можно найти где угодно. Там еще одна есть. Они, к сожалению, быстро очень выходят из строя. Приходится их докупать. Ну, раза два в год, может быть. Вот, что еще есть тут? Ну, в основном я пользуюсь ручным инструментом. Для ладов кусаем лады вот такой вот, такие вот кусачки, самые обычные, просто здесь вот заточены на наждаке были. Вот очень важный инструмент — это ручной лобзик. Этим лобзиком я вырезаю обычно всякие вот такие дырки разные. Закатничек у меня есть для ладов. Вот такой закатник двусторонний. Но он, конечно, узковат на 2,5 миллиметра, надо мне на 3. Это, я думаю, докуплю. Штангенциркуль. Самый обычный. Такая вот линеечка. Очень часто использую транспортир. Ну там вот видите, лекалы есть, сверла кировые, все продается в строительных магазинах. Есть набор этих надфилей. Ножик самый такой обычный, из ножовочного полотна сделанный. Вот такой ножик, там еще несколько подобных. Что касается механизации труда, я уже показывал где-то в каком-то видео. Такая ленточная пила есть, маленькая она совсем. Места много не занимает. Самодельный станок из шлифмашинки. Вот эта штука откручивается, снимается, если надо. Потом блок вот такой с наждачкой. Что еще вам показать? Рубанки ручные. Такой рубанок. И вот такой маленький. Ну, опять же тут тоже блок с наждачкой. Вот такой блок с напильником под углом, чтобы стачивать лады сбоку. Далее напильники разные тут всякие. У меня есть рашпиль. То, чем я постоянно пользуюсь, это рашпиль. Вот такой напильник. Есть еще широкий напильник, большой. Вот такой вот. Приспособу для пропиливания ладов. Дремель. Ну, в общем-то, и все. Но есть еще циркулярная пила, которую я сейчас, в общем-то, не использую. Есть электрорубанок, которым я тоже не пользуюсь, потому что заказываю заготовки уже готовые. Ну, струбцины вот такие вот обычные прищепки. Вот такие струбцины.
В общем, ничего такого сверхъестественного, все очень просто. Шуруповерт, дрель. Да, еще есть такая приспособа для сверления под 90 градусов. Вот такой кондуктор. Большая трубка на 10, а это на 6,5. Все, всем пока, счастливо, увидимся.